Искусственный интеллект и большие данные. Ключевым партнером магистерской программы первой в России школы цифровой экономики ДВФУ выступил Сбербанк. Банк участвует в разработке контента программы, обеспечивает прохождение стажировок для студентов и приобретает необходимое оборудование. Программа цифрового искусства, программа свободы, программа выбора, программа развития. И программа, которая, хотел сказать чуть больше, искусственный интеллект и большие данные, это программа, которая сразу была поддержана Сбербанком. Фактически она идет под патронажем Сбербанка. Преподаватели, методики. У нас есть и другие партнеры, ключевым является Сбербанк. В честь торжественной презентации школы цифровой экономики первую лекцию для студентов и преподавателей, а также для гостей форума прочел Герман Греф. Президент Сбербанка рассказал о новых технологических трендах, о моделях эффективного менеджмента, о проектах банка в сфере искусственного интеллекта и больших данных, а также ответил на вопросы слушателей. Мы видим, что технологии AI являются самыми упоминаемыми сегодня во всех научных и профессиональных источник. Если мы посмотрим на количество организаций, которые упоминаются в контексте новых технологий, то самое большое количество упоминаний и стартапов, и технологических лидеров, и университетов – это технология AI. Новейшие технологии машинного обучения, большие данные и искусственный интеллект, разработка приложений для реальных управленческих и научных задач. Все это входит в магистерскую программу школы цифровой экономики ДВФУ. Ее выпускники станут специалистами в передовых сферах. Профессионалов, которые будут востребованы в сфере цифровой экономики, ДВФУ будет готовить совместно со Сбербанком. Если сравнить все задачи, которые стоят перед государством, перед нами, как перед корпорацией, ну и, скажем, передо мной, как перед человеком, то, что объединяет все эти три уровня, мое понимание того, что важнее тема образования сегодня не существует еще. Моего личного образования, образования моих детей, образования наших сотрудников и создания системы образования в стране. Сбербанк участвует в разработке учебного плана и образовательного контента программы «Искусственный интеллект и большие данные», обеспечивает студентам и преподавателям доступ к массивам данных банка и практическим кейсам, организует стажировки и практики в своих IT-подразделениях. Школа цифровой экономики, в которую уже поступили 100 студентов, стартует с 5 магистерских программ. Анна Бережная, Сергей Тулатиев, новости на Восьмом.